Яндекс пожаловался на Google в Федеральную антимонопольную службу. Российский поисковик обвиняет конкурентов в том, что он запрещает производителям смартфонов на системе Android по умолчанию устанавливать приложения других компаний, не Google. В Яндексе заявляют, что операционку Android нужно отделить от сервисов вроде поиска и карты. Таким образом, по мнению нашего поисковика, конкуренция вернется. В Федеральной антимонопольной службе говорят, что на изучение жалобы уйдет как минимум месяц.